Если вы подозреваете, что за вами кто-то следит, то зевните. Если он следит, то тоже зевнет. Доктор мне настоятельно посоветовал морской воздух. Посмотрев в кошелек, я повесил на вентилятор мойву. Похудел, как дурак, к лету. А теперь вот ходи, ни лета, ни жирка, чтоб согреться. Был в семье один человек, я успевал, всем помогал. Еду готовил, это бабулька. И вот купили ей ноутбук, и все, потеряли человека. Жена говорит мужу: блин, забыл хлеб купить, сходишь? Через 10 минут муж возвращается с батоном и с бутылкой водки и говорит: ты не поверишь, у них опять не было сдачи. Группу профессоров и инженеров решили пригласить полетать на самолете. И им объявили, что самолет построен их учениками. Услышав это, профессора ломанулись сразу на утек из самолета. Остался лишь один профессор. Его спрашивают: а вы почему остались? Он говорит: да я знаю своих учеников, знаю их знания и уверен, что этот кусок железа даже не заведется. Нашел классную статью: как перестать откладывать дела на завтра. Завтра почитаю. Ну, может быть, послезавтра. Ну, по крайней мере, может быть, возможно, на следующей неделе. Жена говорит засыпающему мужу админу: что-то стало прохладно, я закрою окно. Муж сквозь сон: не закрывай, просто сверни его. Любители юмора и танцевальной музыки приглашаем на канал анекдотов. Ссылка в описании.